Бен – молодой человечек фирмы Мишлен, родившийся во Франции 100 лет назад. Он состоит из шин, потому что компания Мишлен выпускает шины. В 20 веке Бен объездил много стран, а теперь он приехал в Россию. И мы расскажем вам о том, как он побывал в Ярославле. Идет Бен по набережной Волги и слышит чей-то плач. Мама, у меня машинку сломали. Ай-яй-яй, что же делать? Но для Бибендума это не проблема. Без макушки, конечно, неуютно. Зато мальчик подарил ему свою кепку. Идет Бибендум дальше. Видит, в парке ребята столпились. Помоги нам, Бибендум, у нас шина прокололась. Бибендум отдал свою самую тонкую шину. А чтобы он не развалился сам, одна девочка дала ему свой зеленый обруч. А на улице Пушкина поломался грузовик. Бибендум, конечно же, не мог мимо пройти. И говорит водителю: «Я тебе подарю шины, но дай мне, пожалуйста, что-нибудь взамен, а то как же я без туловища?» «Пора домой», — решил Бибендум, «а то меня всего на запчасти разберут». Но на шоссе снова авария, а люди хлеба ждут. Пришлось Бибендуму рукой пожертвовать. Зато теперь у него была рука из бубликов, а все окрестные собаки на вкусный запах собирались. Прибежал Бибендум к шинному заводу. «Пустите, я Бибендум. По обмену опытом к вам приехал. В этом городе я на расхват. Надо оставаться», — подумал Бибендум и остался.